В университетской клинике Казанского федерального университета началась вакцинация против гриппа. Прививку сделать может абсолютно любой желающий и бесплатно. За два дня прививку сделали уже около 250 человек. О том, зачем это нужно и насколько это эффективно, узнаем сейчас. Современные вакцины достаточно надежно защищают организм от гриппа. Прививка действует в 80% случаев. Быстрая и относительно безболезненная процедура позволяет избавиться от необходимости пить лекарства от гриппа и стойко переносить все его симптомы. Вакцинация эффективна, это уже доказано и многими годами прививочной кампании. В прошлом году мы прививали 45% от населения, и гриппом не болели люди. В этом году у нас план 60% от всего населения и 75% группа риска. В группу риска входят преподаватели, медработники, студенты, социальные работники, те люди, которые по роду своей деятельности много общаются с другими людьми. Пройти вакцинацию в университетской клинике КФУ можно по адресу Вишневского 2А с 8 утра до 6 вечера. Особенно важно проходить вакцинацию людям со следующими показаниями. Возраст старше 60 лет, хронические заболевания, гипертоническая болезнь и ожирение. Все они более подвержены заболеванию гриппом. Также перед тем, как начнется процедура, необходимо пройти осмотр у врача и выявить уже некоторые индивидуальные противопоказания. Единственное противопоказание – аллергия на куриный белок, потому что вакцина сделана на основе эмбриона куриного белка. Еще есть противопоказания такие, которые, например, острое заболевание. Это временное противопоказание. То есть после выздоровления, через две недели от выздоровления, можно привиться будет. Могут быть противопоказания такого плана, что в прошлом на эту вакцину, именно на эту вакцину была какая-то реакция. Но это решает индивидуально врач. Делать прививку или нет – выбор каждого. Но это один из самых надежных и эффективных способов профилактики гриппа. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. Thank you.